Ну все, погнали. Погнали. Вообще счастья, удачи. И здоровья. Ну это, вам там успехов. Держитесь, главное. Держитесь, да. На меди, держитесь, пацаны. Прямо справа. Новый солд 30. Шел. Ебать, да. Да, сильно дамажит очень. Я ухожу. Подойдем. Я ухожу. Дальше. Скот в нижней лобби. Скот в нижней лобби был. На власть. Прям. Скот власть слева. Ой, тут вся комба просто. А, не лобби, лобби у нас. Фуэр, там один. Они вышли из лобби. У нас. Сол третий этаж, сол третий этаж. Очень сол. Минус. Можно как-нибудь по гейсте долго халдеть, чтобы максимально скучно было? Чисто, в лобби. Они и в лобби стоят, заходят. Сейчас я им дам пизделей. Вот это вы халдите, конечно. Далеко в лобби. Они отошли далеко. Если шатер. Сейчас будет аркада по мейну, скорее всего. Я смотрю вот. Долл третий. Единственное только, если на меня солдат прилетел. Солд на третьем, солд на третьем. На втором, все на втором. Солд на третьем. Тропу нашли, пусть. Пай! Да. Я отвлекаюсь. Походите его, он в тёмке. Нет, в тёмке не видел. На шкоде. Живой, живой, спай. Тут тики на шатере. Пай нашли. Давай, пока есть время. Нет. Они меня пикают. Может на поинт встать. Меня пикают. Крик. А, понял. Тут встать на поинт. У меня две залагался. Второй этаж, второй. Стой со мной. Хочешь хитовый солд? Стал хитовый, блядь, и демон сложит. Ну, они пикнули. Спай пытаюсь найти, не вижу спая до сих пор. Я рискнулся. По-моему, спай сбор. Может, отошел. Я бы хитовый. Снипа минус. Назад, уже назад, уже назад. Зажглись. Возьмите, поджигайте. Мне патрон нужно. У них был снайпер, снайпера я убил. Солдат там. Слева, слева. 3 секунды. Солд сверху сидит. Солд на батаре. Нет, хитовый. Демо спел, демо спел. 65 хп демо, убейте. Демо. Убей и фаер, демо 65. Скаут, скаут, скаут. Минус. Пойнт. Минус 6, вперед, вперед, вперед. Я сейчас резко останусь на поинте. Иду со скотом. Снипа может быть по широкой, осторожно. Чекай, фаер, чекай. Нету, нету. Ладно, я вперед. Не, не пойду. Пойду. Широкая связка, близко. Нам один скаут на. Можем выйти, пострелять, в принципе. Демо затрапил. Они широко, пацаны, они широко, обойдут вас. Вам пизда будет, если они выйдут. Стойте. Надо копить. Близко стоит. Думайте, что будем делать. Скачать их будем, мы ничего сделать не можем. Почему? Если у нас адвентаж, можем. Пробовать. Тут я такого не смогу. Блять, если ты выйдешь хорошо, то ты сможешь. Я почистил адвентаж. Ну вот я... Снипа, снипа был. Снипа есть. Нет у нас адвентаж. Хорошо. Где снипу видели? Снипа настрелял. Он будет сейчас выходить, ходить. Ладно, все сильно зависит от нашего пола, если комбо идет на Бигдор, мы смотрим Бигдор. При этом один скаут автоматически на узкую выдвигается в этот момент. Цель, я приду. Со мной идет. Со мной идет. Снипа все еще смотрит. Сзади. Снипа пикает. Я, блядь, что это? Чего происходит? Чего? Что вообще это было? Окей. Но у меня, понятно, залагало. А кто, блядь, еще там был рядом? А, лол. Ну я был.
Я ничего не сделал. Бля... Он тебя в воздухе убил хэдшотом? Нет, он приземлился. Приземлился. Я там не побыл. Ну сори. Но я не взорвал типа трубу, потому что не побыл. А вас тут по мейну, скорее всего. Мейн, скорее всего. Фэр, первый возьмешь? Квек, чуть подаль, пожалуйста, я весь хил буду. Да, ну прям ждут, когда мы рестнемся, чтобы потом пойти. Третий этаж, солнце горят. Скаут съел на третьем, блять, и я сдох. Скаут на третьем 120, 110. Хуёво. Слабобиты, слабобиты. Я блэкбокс. Блин, у меня интернет залагивает немножко, Wi-Fi. Что на центре? Уже два момента. И нет, когда я с места выхожу, давай мне 30, пока мне быстрее. Иначе я выхожу 220. Я ну ты мне 220 даешь, и я вот... Сейчас 260 такие. Демо справа. Кот вышел. Кот хитовый, минус. Я готов прыгать. Солд кот. Жмем, жмем, жмем. Солд сзади нас, блядь. Солдат еще, солдат еще. Демо кот. Медик кот. Солдат сзади не работает. Ёбнули солдаты, я пошли на узкую. Либо убивайте медиков. Спасибо. Не то делайте, ладно. Не суть. Я думал, ну, сказали, у нас есть яйца, я пошел вперед, типа, дамажить. Не, когда идет следом пол, что у нас будет солдаты. Не, ну он просто там будет на аптеке сидеть. Если мы вернемся, нас... На спину выебал. Ладно, тихо. Че там? Блять, да ты что за говно, прыгни. Дай со мной, я хочу попиздить их. По третьему два скота идет. И кажется, ему больше стало. Где они? Медик горит. Жопа. Где? Я не отойду. Пизда. У меня 5 секунд. Вот там, держись. Хорошо, слава тебе, блядь, красавчик. Вот заходит. Я сейчас резу. Там мы на дэму выстрел. Там у меня стрелы уже не устрочены. Точка, 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 точка. Вот он ушел. Он возвращается на то. Я точка левого. Оля, минус. Блядь, ну я не смогу ничего сделать. Я не понимаю, зачем ты туда пошел. Надо было идти направо к нам. Пацаны, мы все знаем, что это будет. Па-па-ра-па-па-пам. На минус одном уходите с меня. Не суть важно, сколько дама высоко. Дема справа. Солд у нас узкая. Сильно дема заспамливает, понимаете? Скоро солд дроп, солд дроп, солд дроп, солд дроп, солд наш дроп. Иди просто. Бля, ребят, но... Мы не можем пройти тупо на нашу сторону, потому что выходит демо и кидает стики в широкую. Просто один скаут выйдет на него. Понимаешь, что как только поднимаешься наверх, тебя сразу закидывает и сот, который на узкой да, скажи, когда ты подходишь, скажи, и я прыгну. Потому что я ничего не слышу и стою и жду, когда, блядь, решишь. И по мейн. Сот, третий этаж. Ладно, точно летит. По третьему солд еще кто-то. Еще раз. Солд третий. Второй этаж выходит. Выходит из дроп. Дроп не вниз. Солд минус. Догнали. Демо сам. Нет, кто? Демо с хитовый. Солд нам нет. 12 кто? 22. Слепа, ривер. Ривер. Один слепа, ривер. Да. Хорошо. Хорошо, не опозорились. Ладно. Главное, чтобы поэт не захватили. Это бота какая, да? У нас преимущество, у нас сколько? 20. Я пойду дайте держать. Пойду в воду. Третий солд. Ну их очень много, они здесь стоят скаут фулсил. Я просто дамаг фарм, да.
Стрейт. Хорошо. Дойдем. Не по мейн. Не по мейн. Алло. Не посел. Я на третьем стою, не пустить никого. Толсбанк. Ну, стрелок. Блять, ну стрелок. Нет. Типа все еще в обе стоит. Да не могу, мне докапливать надо. Не пас банк, он хочет на третий. Стрелы копит, если что. Я ушел с третьего, я не могу. Майнус консолт. По тропам ходил, фиг. Да. Да. Ладно, так долго. Демо все второго спамит. Дверь долго открывалась, блядь. Я обычно нормально с этим трапами общаюсь. Не по третьему, не по третьему. Мне нужно хил. Не по третьему. Там солд. Солд дефит. Кот на меня рашит. С баха. Кот 19 хп. Меня убили. Это не знаю. Я стою слева, меня давят, и я не могу даже хил получить, потому что долг, понимаете. Я вот так просто сжимаюсь. Когда сами залезете наверх, скажите, кто где. Демос, демос, поспамьте. Демос справа. Прыгни на демо. Я залез. Давай налево, налево идем, налево идем. Право солд еще. Метик кот. Непал, я готов прыгать. Я готов. Степан, Степан Алушкой. Солдат кто? Второй солд. Стрела нужна. Да, я могу. Я в дропе сзади. Демо очень битый. Беда, беда. Солдат наш в дропе. Демо как бы мы можем сделать. Не хубер. Демо, Демо, сейчас да. Минус мед. На поймал 40, он аптеку не взял. Че сделал? Почему они кикают со сервера? У них минус один. И... Нет, это не моя. Ты на стриме? Даркон там один. Не, я не палил. Мини-ю на всякий случай. Там, наверное, в логах можете посмотреть, кто это сделал. Но пусть подождут момент. Поменяем, так поменяем. Они хотят мид. Блять, обойдут. Сами его могут взять, когда захотят. Ничего себе. Пожалуйста, ответьте. Так. Я такие у меня. Давай не все средства хороши, типа отжимаем как хотим. Как можно мощнее. Кикаем их всех и берем карту. Потом посещаем родственников, типа этих кастеров, и оставляем выговорить типа, наши истории. Ну и чё? Чё делаем? Че, пойдем им, давайте мид отдадим, че, пофиг. Я затраплю второго. Бол? Блять, ну какая разница, они 3-0 видно. Блять. Че? Кто че это такое? Меняет? Ну, блять, наверное, кто кикал, тот и меняет. Я поменял пас. На стриме? Нет, с отключенным. Ты уверен, что он был отключен? Абсолютно точно. Гидра. Херня.
Че это такое? Го на иксеров, не знаю. Ну да, пусть сервак дает. Да можно и гидры, чё они. Чё, это предложить то, что сервак это... сменить? Ну, наверное, это будет проще, хз. Просто считай 3-0 они вели, не знаю. Ну будем играть 3-0 там, плюс тайм-лимит, да. Ну да, 17 минут. 18 примерно. Выход на сцену. Просто, понимаешь, пацаны волнуются, не хотят, чтобы мы проиграли. Вот, и, да, можно в логах посмотреть, я думаю. Логов? Он показывает смену. Нет, там, по идее, должны быть, кто залогинился по Иркону. Так. Типа, Иркон was logged from IP, скорее всего. Ну, это тебе, по крайней мере, даст хоть какой-то... Найдем по IP его. Вычислил. Ну, я думаю. Они стим? Такие логи будет в любом. Наверное, Steam ID да? Тебе что там? Steam ID должен давать сегодня. Не, Steam ID не обязательно, потому что к серверу в Иркону можно вообще без Steam подключиться. Окей. Это явно кто-то, кто стрим твой смотрит, потому что он слышит. А чё, не дали этот коннект? Сейчас дам вам. Да, дали. А что если они взламывают? А вдруг они взломают тот, на который мы пойдем? Господи, хацкеры. Не. Не, ну достойно, это именно тот просто матч, это который надо было завалить. Портит мой день. Нулину, да. Очень грустно. А, так, коннект будет... Блять, гравитация изменена, ёпта. Давайте я вам лично это разошлём. Что это за говно? А мне нравится тут. Давайте останемся. Да, пока. Да-да. Сейчас этот парень скажет, что гравитацию поменяли, они все вернутся. Сану, зайди в онлайн. Ок. Это не DDoS, так что расслабься. Я не напрягался вроде. Ну ты так спрятался от всего мира. Я просто, чтобы не лагало. Чтобы никто не писал. Когда тебе пишут, чтобы фанаты не писали. Так, всем отослал, да? Кому нет? На стрим не отослал еще. Ну, обойдутся. У меня тут нормальный принтер? Или когда? Я анонимус. Да это по-любому британцы знают, что типа проебут и хотят нас это скомпрометировать. Но у меня здесь, кстати, пинг лучше. Не, ну смотри. Буквально первый же мид слили и все посыпались. А до скольких было по времени? 17 минут. 18 минут там, ну, с учетом мида будет. И 3-0. А скрины кто-нибудь сделал? Вот там. Там это. СТВ кто-то просит. Именно потом просит. Ну окей, сейчас узнаю. Кстати, если кто-то залогинился по Иркону и ты сменил Иркон паспорт и у него осталась сессия залогинена, то он скорее всего не вылетит, поэтому он просто сидел и все. Ну вот в этом-то и проблема. Да, это нужно было сервер стартить, чтобы он узнал слетел. Изначально Иркон. Без понятия. Блять, каким глупым способом, как всегда. Не, ну, опять-таки...
Тут ребята, по машинам. У нас преступление. Возможно, криминал. Может, и Нир просто сливает кому-то? Нет, тут банально тут моя глупость, потому что я всегда ставлю один и тот же рекун. Но я и с ракета никому не снимаю, кроме Boxer 5. Ну ты не думаешь, что это кто-то из Boxer 5? Блядь, ну мы все здесь. Да нет, да. Знают. Так. Сейчас Фотону тогда скину как... Я ему написал, что пароль. КБ. Так, а он знает... Это не зря WinLimit 2 поставили. Они просто что-то знают. Сейчас как победим, это со счетом 2-0. Да. Я. Так, ну, всем интересующим... А чё, где наш последний? Меня еще нет, подожди. Так чё на центре? Чё не так? Мы вообще выходить не будем или что-то поменяем всё-таки? Чё мы просто так... Не знаю, я на центре не мог выйти чисто из-за стик и всё. Демомен, ну, блин, это классическая хуйня, когда выходит комба и в неё Демомен пускает 2-3 стики. Но он потом дальше продолжает это безнаказанно делать. Я могу прыгнуть сразу в демса, но это в один конец. Это в типа, один конец, само собой, первым, это не нужно делать одному человеку. Я хрен, у меня вот типа постоянно либо Скотт выбегает, либо Солт и Скотт сразу. Но мы как бы можем только выйти день на их сторону, если нам лень думать. Ну там, по идее, ну... Ну да, можно попробовать. Не готов. Генер. В сторону тогда. Да, это Лиза. Поехали. Сейчас, короче, 2-0 выиграем, и карта закончится. Да давай, ого. Но одну маман надо убивать. Че, вы направо? Я далеко где-то вообще где-то. Демо. Демо поймал. Демо поймал свой. Толт у нас на узкой. Меня жмет. Демо сюда, демо. Он получил на узкой. Не по умер. На солд банан наш. Я отошел. Банан, файл. Я хитовый, я не могу. Ё-моё. Солд стрела выходит. Хорошо. Ну, третий этаж. Он сейчас примерно полный. О, да. На ревере ушел. Он все еще на третьем. Солд по второй еще. На лестнице. А вот солд по второй еще. Я только не на второй. Да, ебак на лифт. У меня 2 секунды. По-моему, кто-то обошел. Да, Солшрот. Ко мне. Кто еще босс? А ты ловишь. Широко. Я в лобби стою. Скажите, когда выйти. Катана, можешь выйти? Да. Я убил хороший. Солдат на узкой пошел. Толп на узкой вылетел. Блять, еще солдат на узкой. Да. 2 солдата на узкой. Отходите нас. А чё, нам неким ухудшивать? Неким. Нас трое. Нижний лобби дыма. Нижний лобби дыма. Я на ласте уже. Третий чисто, третий солд. Не погибай, привет, спасение. Шёл на третий. Давай, бизнес. Анлем тоже пассивный, улучшать джамп. Дэма сблизь. Но они в лобби. Ага. У них немножко больше должно быть. Я не готов. Демос и Боуза спамим. Все, стоп, ходи. Давай с двух сторон, слышь, Крик? Я не держу треть. Только стики прочекай. С двух сторон, готов? Хил получи, пожалуйста. Порт на треть. Я готов, Крик, скажи, Крик. А, стой. Нет, они... Третий. Ну, давай. Вот давай сейчас спам. Не опикай, гоу. Я меду дал много. Я слабый, собственно. Скотт в воду прошел. Я завис. Скотт в воде. Мне патроны нужны, я точку не смотрю. Спайси пауз нужно. Куда пауз воды? Спайси походу отлетел. Да, коннекшн проблем был. А, все окей? Не-не, все. Не-не-не.
Ща. Снимите паузу кто-нибудь. Кот в воду прошел. Здесь где нас близко? Нет, он выжил. Кот в воде. Хорош. Заточки минус кот. Хорош. Ну собачий. Минус два. Поехали. Я третий прохожу. По третьему пройдите. Тоже. Нет, прошли, не прошли, не прошли по третьему. Солд по третьему. Далеко. И скот. Ой, мы жестко что-то вышли. Не надо ждать. Кто капает? Да, капа. Заряд. Он меня убьет, блядь! Сука, я размер не пах! Мне 12! Сорок, кто на 1 отель. Просто я хуй тот. Еще 1-0 у нас все еще шансы, чего. Давай, еще 4. Бля, я просто хуй с вас ебать. Че, выйдем так же? Только типа. Ну так же мы с Квиком вдвоем оказались на их половине, нас ебало. Ну я вышел, я дал демосу сотню. И... Давайте выйдем. Он меня убивал, убивал и убил. Я туда сразу не пойду больше. Демо справа. 30 поймал. Сейчас-то не надо идти, поехали. Солд спрашивает. Ага, блядь, смотрит. Солд снизу слева. Я помню, поймал. Солдат. Снипа на ушке. Снипа на ушке. Вообще как? Я отошел, я отошел. Ушли. Минус склад. Блин, я у них я... в половине. Я не понимаю, что в меня стреляет. Я вроде как на сижу. На лаз. Ты б хорошо надо на третий идти, потому что наши пойдут. Нет, а они предспрыгнут и начнут нас ебать. Да, они уже сейчас вообще. Они не боятся? Я тоже, блядь, не боюсь. Я умираю, блядь, этим. Да. Убей его, Квик! Хорошо. В обе солд. Серьезно? Да. Степана. Пустите, блядь. Над точкой. Да ё-моё. Они горят. Так. Я от одного выстрела убил, стелс. Потому что у меня еще банк попал. Дима, они заходят. Ребят, вы не ждите команды. Не ждите команды. Хорошая ракета, блядь. Хорошая ракета, ёпта. Бегает. Так, у нас еще есть шанс у них рейнг тут набрать подумать. Интересно, как никогда. 1-4-8-8. Мы их вообще на расслабоне. 1-4-8-8 играем. Я, наверное, 3 килла набил за все эти раунды. Максимум. О, блядь. Еще дамага. Ну-ка, Сану, сколько килло? Бля, 1. Че, давай поменяемся, Сану. А смысл? Ну, бля, вот действительно, а смысл? Го поменяемся. Не, так не посел вместо. Ну не, ну солдом. Я солдом не умею. Зато у меня топ дэмэдж. Эх, будет чё пацанам рассказать. Mm. А чё, мы ждём, чтобы досмотрели зрители это? Конечно. Этот увлекательнейший матч. Увлекательный, да. По-другому можно научиться. Не, ну так-то Бэдланс мы должны нормально более-менее отыграть. Не, вот как раз таки были шансы на гулевуш на Бэдланс. Ну как раз таки нет, типа если мы не знаем что тут делать. На Бэдлансе хоть типа все знают. А, на Бэдлансе мы знаем что делать. Окей. Да нет, всегда все делать надо одно и то же. Чё можешь поменяться? Фонарик будет. Ну, мы проигрываем из-за мидлов сколько раундов. Если типа мид поменять, а, уже лучше будет, не? А мы чё, чок держали хоть раз? Ну один раз держали, да. Когда я снипу пропустил, да. И все. Не, ну типа, там выходит снипа, ну у меня есть тропа. Ну вот, скажи, ну как снипа может вот так вот выйти? Он мало того, что вышел, он еще, блядь, обошел. Подлетел на моей ракете? Да. Обошел, но у меня в этот момент зафризилось ровно, когда он выходил. Ну, типа я же не знал просто, что Квика зафризилось. Я такой, ну ладно, снипа выходит. Все равно взрывай стики, чё, изи пик.
Ну так я думал, там пойдут за ним еще. Че, просто так вышел, типа один? Так они под Убером наверняка пошли бы. Ну, я и думал. Убер взрывать? Ну, там, блин, тики так лежат, что не Убер взрывается. Если Снипа прошел, значит они не видели тебя. Так что если мы забрали Снипа, мы бы пик нормально сделать там. Ну, если Снипа выходил там в троих, то он явно вообще ничего не видел. Да ладно, это банальный факап. На самом деле такого и не должно было получиться никогда. Да, 5-0 тоже не должно было получиться. Не, ну почему? Это Англия. По идее, да, если бы мы вот этим составщиком бы погоняли недельку хотя бы, вот четко, плотно неделю. А так, по сути, ну что, мы миксом ебошим, ну, для микса вполне ок. Да. Ну, не считая того, что у них 5 человек почти с одной команды, да? Учитывая, что это именно что элита. Элита. Элита текущего время, чё с того, чего вы хотите. Сильный бой, не то, что мы. Go ready? Хочу уметь стрелять. А у нас то нет. Пасть, go ready. Да, я все. Давай, мы им ставим. Да, Лим, чё ты ещё не поставил? Ты чё? Мы поставим. Не-не-не. Ты поставь, поставь. Ой, блядь, сердечко заболело, блядь. Надо криты будет брать. Пау, я хочу их критами проносить. Нормально. Я тебя в жопе. Не, ну потом, потом. А как вы скажите, мне без разницы, на балкон выйду, наверное, все. Вы мне говорите, как вы выходите. Прямо на точке. Они снизу, снизу. Солнце, я прыгаю, большим прыгаю. Под мостом, солнце. Блять, я худел прыгнул. Иду дал. Кто-то у нас на столе. Где он? А, я минус. Мои джампы, блядь. А ты где? Хорошо. Ой, да, ну, здесь все равно пизда. Солт мамовый, солт мамовый. Они с классами поменялись. По-моему, блядь, сюда. Вообще, я ожидал, что... Вы вообще на меде произошло, я... Но они меня не ставили. Да хрена, дамаги дал и... Дох. Но мы снизу не вышли. Вы захотели выйти? К сожалению, у меня не вышли. Балконе солд. Балконе солд на нем. А в класс возьмите пока. Я много в топ-лобби дамага даю, если ты зайдешь там, я могу кого-нибудь пикнуть. Они зажгут? Я, давай я с тобой зайду. Ладно. Солдат с кармана вышел, 18. Дожглись, отходи, отходи, отходи за поинт. Он скаут на нашу берегу, я ухожу налево. Я умер. Да ты, а я чё ты так долго шел налево? Я ждал да? Туда налево? Нет, нет. Когда они справа уже давал, начали заходить. Я стрелу давал Анлиму. Я специально подождал, чтобы ты его не заслонялся, Анкильц. И мгновенно пошел к тебе. И. Тут у меня больших шансов. Ты как, снизу выйти? Да, давай по-обычному. По-обычному? Да, я хочу по-обычному. Да не, может было... Прямо на понятно, точку 50 поймал. Я не понял, что они делают. Я могу прыгать вверх, высоко. Они на штолчок, на штолчок идут. Я меня жду. Долг, я прыгаю, я прыгаю. Наш подъем. Минус. Блять, медик много сел. Медик умер. Блять, ну что, я вообще... Сзади, сзади стал. Вообще ничего не попал. Солт один хп. Здорово, кто там так орёт? Кто там так орёт? Все, 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 все. Я просто не понимаю, что происходит. Так, я в лобби по кардону ухожу. Все нормально, у нас 80% выбора сейчас будем лаз держать. Со мной по лобби, со мной по лобби. Я там не прыгаю. Это лобби. Самое. Карман кто-то. Солд в карман нашел. Поймал. Помогите нам в топе. Это очень битый. Дома балкон. Я хитовый. Я застрял в текстуре, заебись.
уходим. Отойди, отойди, отойди. Кот сейчас заходит, 13 на. Где убил кота? Некоторые шел слева. О, у нас двое живых. А что случилось? Почему? Это риторический вопрос. А, ладно, все хорошо. Да нет, у нас были. Да попробуем с ней так. Да, давайте. Давай снизу. Даже не знаю, пока будет все. Я поднимаюсь на голову. Нет, 30 сел. Нет, еще 50 съел я минус. Сотни получил. Что, ливайте, 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 ливайте. Уходи, Энир, уходи. Да куда? Хотя. По-моему, я даже докопил в этот момент. У тебя было 63. Мне показалось. Если ты только не 40%, там сразу пыльнул. Где комба? Комба, судя по всему, около шпиля где-то. Не ходи за мной. А они все на шпиле, на шпиле прям. А вот оно возьми. Не надо копить. Ага. Да какой же охуенный. Давайте, просто. Со второго горячего. Отходи на левую сторону. Если ты возможно. Карман кто-то был. 5 минут. Сейчас на поинт кот идет. Ну это пиздец, блядь. Солдат заходит, я ракеты под ноги, я ничего сделать не могу. Окей. Слева карман. Минус 5 мой спиздил, ну ладно. Нет, класс, конечно. Вам выходить, нет? У них снипа. Мне нужен скаут. 2 секунды. Окей. Кармане кто-то был наш? Да, вот сюда на лестнице, Кулюш, у них снипа и каписан. Фиг, я с тобой ходить за ним. Надо. Типа в мейн хочет зайти. Заходит в мейн снипа. Сейчас мейн чист. Да, еще пока что чисто. Так, у них 90, может быть. Я хочу по лестнице запушить на них на самом деле. Балкон с ним. Я думаю, они даже не зайдут. Потом вышли. Да, это не. Они на балконе стоят. Они это, еще не подошли даже. А где у них сейчас не было? Да, на балконе. Все стоят на балконе с ним. Минус снипа, минус. Заходим. Поиграть. Они в лобби, они в лобби. Ой, ты чё так близко? Солт ловит, солт ловит. Отойди, отойди, отойдите, 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 отойдите. Я просто спамлю. Я ищу пики. Они сейчас зайдут уже. Я могу снизу попикать, да ты будешь сверху как. Давай по мейну заходим. Демо поймал. Демо убивайте. Не, у нас всё. Скот, на вас тут, на вас тут, на вас тут. Типа мы. Плюс я. Ну там демо улетел. Ну да, я хотел демо убить. Там либо скот нужен добивать, но потому что он улетел просто там. На ракете на чем. Че, куда? Может на стрелу? Я хз. Да мы проигрываем каждый мид и просто ласт дефим потом. А, ласт точно дефит. Вот сортир. Солт джамп уже. Солдам помогите. Они поймают. Уже солт. Мне стрела нужна. Где ты? На стреле. Скот под мостом хитовый. Скот под мостом. Скот наш толчок. Скот наш толчок 60. Ебать. Вот 160 ловил. Нас меньше. Сзади стол, сзади стол. Вижу, вижу, иду.
фейбл. Да блять. Всем по чуть-чуть. Клик. Ребята, сколько дамаги вообще отдавал? Ну я ничего не могу сделать, меня сразу впрыгивают, я стою, жду стрелу полную. Блять, цена, да я в демпсе поиграю? Последний раунд. Да нет, чё, не надо. Да нет, я просто, блядь, тоже солдатчика не могу. Может, ты сможешь солдат? Типа и чё, я больше сложусь? Да. Да. Вот, оно слева, нихуя себе. Ко мне подойди, пожалуйста. Блин, это плохо. Хапить не надо. Да, я понял. Я ядра взял. Зайдут справа, вперед. Холт у кармана. Скажи, когда пойдут. Вот сейчас идут. Погорят сверху. Я меда задержал лучше. Скот хитовый сверху слева. Он да убил. Кота похилили. Не, он там текут. Солдат. Демо хит. Минус. Два двое. Ах ты сука! Такой вообще лаки, как ты думал. А давайте с каньона выйдем. По их сторону. Скажи, когда будешь прыгать на них. Я могу большим. Сортир. Я прыгаю. Они снизу. Да, они на нашей стороне. Поднимайся на их сторону сейчас. Демо на мне. Да. Демо где, где? Минус солд. Их туалет. Почему я не... Минус солд. Уходим быстро. А что там делает Уходим. Демо вообще? Я... А чё ты так долго под мостом-то был? Я? Тут и медик уже. Ладно. Они же на нашу пошли, а там просто на их поднимемся. Мы на наш не смогли подняться, на их я не смог подняться, потому что у меня на голове дымом не стоял. Он сам зашел в туалет и там сидел, блять, и ждал меня. Заряжу, что... А, ух, я просто думал, что мы сразу на их идем. Да, это же вы сказали, на их там что-то делать. Я внизу всегда задержу, чтобы нахилять. Мед на балкон поднял. Вы на меня не обращайте внимания, это не мусор. Но мне без хила толчок подниматься стоит. Пойдем. Медик на балконе. Да. Сука. А майнус ульт. Пиздики. Ой, доминейт, пацаны, доминейт. Над поинтом демо, кстати. Нет, я там. 112. Блин, он меня разъебал, он слабый, сверху сказал. Я разъебал. Да. Они просто с рокет джамперами. И стики джамперами. Так, окей. Terminate. Ну что, пацаны?